Более 70 человек, в том числе один ребенок, вызволены спасателями из снежных заносов в трех областях Казахстана, об этом сообщает МЧС. В Костанайской области спасены на трассе 43 рабочих предприятия, автомобиль УАЗ с тремя пассажирами. В Осакаровском районе Карагандинской области эвакуировано 22 человека, застрявших на автодороге из-за неисправности автобуса. Силами ДЧС Акмолинской области на трассе Астана-Караганда вызволена из снежного заноса автомашина УАЗ с водителем.